Всем привет, ребята, и сегодня... Ай! Видите, просто мой подопыт немножко упался. Это видео посвящено про моему рюкзаку. Я вам, по-моему, сказала в одном, по-моему, я не знаю, видео, то, что я купила себе новый рюкзак в магазине Вайкики. Вот такой, с горошек. Вот, у нее такие вот кожные отделения есть. И у нее два кармана, один маленький, один большой. Давайте начнем с маленького, с первого. Маленького кармана у меня лежит... Извиняюсь еще раз. Теперь поставлю вот так. У меня находится мой кошелек, который... тут у меня находятся деньги. И когда я очень прикладаюсь туда, я там что-то куплю в школе и поем. Ну, там сейчас ничего нет, потому что, я все стратила. Это такой вот пенал. Сейчас попозже я вам снимать буду видео. Вот, сейчас попозже я вам сниму, что же находится внутри. Еще тут у меня хранится мой блокнот, который я записываю всякие там, которые нам говорят, то что, ну, всякие там формулы, которые говорит там математики, учтение, или что-то там, тесты, и чехол для моих очков. Сейчас очки у меня нету, потому что у меня сейчас они на моих глазах. Мне просто отдалека не видно. Так, теперь надо все сложить. Вот, сказала о маленьком кармане. Теперь переходим к большому отделению кармана. Сейчас. В большом отделении немножко поинтереснее, можно сказать. Тут у меня хранится мой общий тетрадь, который я пользуюсь как черновик. Моя подставка. Просто мне удобнее. И всякие там разные книги, например. Ну, это личные. Ну, это не могу с личной сказать, но только там... Это скучно, например. Ничего тут особенно нету, можно сказать. Ничего не записываем. Просто обычные тетрадки, что-то там написываем, например. Это вообще неинтересно, можно сказать так просто. Вот. И все, ничего не находится. В основном в первом кармане у меня просто лежит мои книги, вот, а в маленьком у меня хранится просто обычный блокнотик, пенальчик и мой кошелек. В этом было все. Ой, то есть, извиняюсь. Еще я вам сказала, то, что я буду показать мой пенал. Так, мой пенал вот так вот выглядит. Я вам сняла об этом видео. Можете посмотреть, но еще сейчас буду вам показывать. Тут у меня лежит. Транспортир, по-моему. Если неправильно произошла, то извиняюсь вам. Линейка на 15 сантиметров. Тут у меня ручки. Сейчас покажу все мои ручки. Вот сколько у меня ручек. Это не все голубого цвета. Ручка один такой красненький. Вот красный, черный и розовый. Зачем тут хранить, я не знаю. Эти три ручки, которые я пользуюсь. Один с Monster High, один обычный черный, один такими прозрачными цветочками. И типа такой маркер на самом деле. Сейчас я покажу, как он пишет. На самом деле это маркер. Вот это вот закончится. Она сейчас пишет розовым цветом. Вот это розовый закончится, потом будет оранжевым, потом будет фиолетовым, потом оранжевым, потом фиолетовым, потом зеленым. Вот. Это на самом деле так. Мои подруги так говорили, у них потому что есть такой ручка. Вот сейчас покажу вам, как она пишет. Такого розового цвета. На самом деле очень видно хорошо. Но вам сейчас цвет немножко вам видно, поэтому... Да. Такая вот ручка. Еще тут у меня лежит мой корректор, который я с наклейками или что там. Одна какая-то бумажка, из которой приклеишь, и она как типа того... Скотч, можно сказать, не знаю, как можно правильно назвать. Три мои карандаша любимые. Еще я две купила, но это я подарила моим одноклассникам, потому что у них нет карандашей. Вот, подружке отдала. Это такая от карандаш фирмы Кафенор. Если неправильно говорю фирмы, то извиняюсь. Кончик у него ластик оранжевого цвета. Вот такая вот карандаш, тоже кафенорская. Фирма карандаши очень хорошая. И не кофенер, ничего. Это просто фирма Статтлей. По-моему, так. Извиняюсь. У нее кончики белый эластик. А тут у нас таблица умножений. Что тут у нас? Самый последний лежит. У нас эта точилка
такого удобного контейнерчика, чтобы... Это удобно очень такой вот... Ах! Я не знала то, что там очень много всяких штучек лежит. Извиняюсь, тут у меня бардак. Ужасно просто. Вот. Так, сейчас потом приберу. Я просто не знала, что там у меня лежит стержень, или как там называется. И мой любимый ластик, не знаю, какого фирмы, но очень хорошо стирает и очень такой мягкий. Ну вот. А, еще тут у меня есть циркуль. Кстати, это не циркуль, я не знаю, как называется этот. Либо транспортер, либо циркуль. На 100% вот этот циркуль от фирмы Moped. Очень хороший, мне нравится. Стержень не покупала, я не знаю почему, потому что я не нашла. Ну все, в этом было все. Всем пока, поставьте лайк под этим видео, пишите в комментариях, а мне пора делать уроки. Всем пока!